понедельник в Самарской области пасмурное небо. Пройдет снег, преимущественно сильный. Днем -2, -4. Ночью 1-3 градуса ниже 0. Внимание, усиление ветра, южный 9-11, порывы до 19 метров в секунду. В Сызрани тучи, снег и дождь, днем -1, ночью также 1 ниже 0, южный ветер 9 метров в секунду. В Тольятти пасмурное небо, снегопад, температура воздуха днем -2 и ночью 2 с минусом, южный ветер 11 метров в секунду. В Самаре пасмурно, сильный снег, днем -4, ночью -3 градуса. Ветер южный 8 метров в секунду, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 84%. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.